Всем привет! В этом видео распаковки не будет. Это из области уже проверено временем. Наклейка уже находится порядка 3 лет на стене. Размер наклейки 60 сантиметров в ширину и 80 сантиметров в высоту. Это те же самые правила дома на английском языке, только теперь уже на французском. Кого интересует перевод, он будет в описании под видео. Я, как и говорил, не заморачиваюсь над смыслом этих слов. Наклейка носит сугубо декоративный характер. То есть чередование цветов приятное такое, черное, оранжевое, красное, желтое, зеленое. Наклейка наносилась довольно сложно. Как и с предыдущей наклейкой, стенка шероховатая, она просто обработана витанитом и покрашена, то есть. И нанести эти буковки было довольно сложно, их тоже надо было втирать. Наносятся они через пленку, то есть отрывается бумажный слой, наклеивается пленка, под пленкой буквы. Буквы протираются, ну, ладонью или какой-нибудь там пластмассовым приспособлением. После того, как буквы приклеились к стене, пленка аккуратно отрывается. Но многие буквы у меня после отрыва пленки отошли. Приходилось их по новой протирать. Но тем не менее держится. Держится уже около 3 лет. Где найти товар на AliExpress? Ссылка в описании под видео. Бесплатная доставка по всему миру.